Череповце вручение паспортов юным череповчанам уже стало традицией. И действительно, получение паспорта, наверное, для каждого человека это знаковое событие, потому что именно с этого момента он становится полноправным гражданином своей страны. Быть гражданином Российской Федерации – это высокая честь и большая ответственность. Приглашается Манжосова Софья Ивановна. Сегодня вы получили, наверное, самый главный и первый, безусловно, документ взрослой жизни. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Как уже было сказано, вместе с правами получения паспорта, безусловно, у вас появляются и обязанности. Обязанности это будут расти, увеличиваться, но это все придет.